Здравствуйте, меня зовут Эльдар. Я врач-стоматолог-терапевт клиники Беленька Усмешка. Сегодня я хотел бы поговорить с вами о профилактике кариеса. В частности, о такой процедуре, как герметизация фиссур. Первые постоянные зубы у ребенка прорезываются в возрасте 5-6 лет. И в течение 1,5-2 лет эмаль зуба является незрелой и особенно подвержена воздействию кариеса. Наиболее ослабленными участками являются фиссуры. Это естественные углубления на жевательной поверхности зуба. В течение дня в процессе жизнедеятельности в фиссурах накапливается зубной налет. Как мы знаем из рекламы, зубной налет содержит бактерии. Когда ваш ребенок употребляет в пищу сладости и другие сахаросодержащие вещества, бактерии расщепляют сахар на органические кислоты, которые атакуют зуб. В чем, собственно, состоит процедура герметизации фиссур? Это абсолютно безболезненный для вашего ребенка процесс и займет в среднем 5-10 минут на один зуб. Зуб механическим способом очищается от налета при помощи пасты и щетки. Далее фиссуры запечатываются специальным герметиком. Это клей, который изолирует фиссуры от воздействия налета и органических кислот. Герметизация фиссур сохраняет свою актуальность в течение нескольких лет. Со временем герметик истирается, разрушается, и при нарушении герметизма, соответственно, кислоты опять будут проникать под герметик. Не следует забывать, что герметизация фиссур не дает 100% защиты от кариеса. Стоит помнить, что ребенка следует ограничивать в сладком, обучить его правильной гигиене, то есть зубы стоит чистить 2 раза в день минимум по 3 минуты, и также 2 раза в год навещать стоматолога хотя бы просто для профосмотров. С вами был Ильдар Аблаев, врач-стоматолог-терапевт. Здоровой рубрики!